Приветствую, друзья. Сейчас еще, мы... А еще никого нет. А не суть важно, все равно уже все пишется. Потом посмотрите в записи, кто изначально зашел. Сейчас, как вы видели, я записывал концерт юбилейный 15-летний «Истоков». Многие приехали, выпускники этого ансамбля. И сейчас я имею честь, рядом со мной стоит... Марина Бабенчик, это известный чтец стихов, изумительный, я потом вам ссылку дам, чтец стихов и православный блогер, если можно сказать. Поэтому вы посмотрите, изумительные стихи, изумительно читать, я вам рекомендую посмотреть. Конечно же, ссылку дам, вот мы видим здесь Марина, присоединилась, которая тоже наша Маришка. Дорогая. Вот, друзья мои, ну, заходите, смотрите, это изумительные стихи известных писателей и изумительный чтец. Еще раз вас с праздником. С наступающим праздником. Праздника Веры Воскресения. Всего вам доброго. Пока-пока. Хорошо.